Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать, какими красками я пользуюсь, какие кисти использую. Это самый часто задаваемый вопрос. И хочу сразу сказать, что краски я использую абсолютно любые. Это может быть и акварель, и гуашь, и строительные краски, и колорант, и акриловые краски и так далее. Акварель я чаще всего использую для плавного перехода цвета. Вот именно с этой гуаши я начинала свой творческий путь. Она и до сих пор мне очень нравится, я ее использую. Если добавить небольшое количество клея ПВА в любую гуашь, любой фирмы, то она будет точно такая же, как акриловая краска. И вот эта гуашь. Также, конечно, в последнее время я чаще всего использую акриловые краски, потому что они быстро сохнут, не пачкают руки, не нужно добавлять клей ПВА, да. Поэтому вот фирма Brauberg Gamma меня вполне сейчас устраивает. Может быть, в дальнейшем я выберу для себя акриловую краску какой-то определенной фирмы и буду пользоваться ей на постоянной основе. Но сейчас пока меня все устраивает. Кисти я использую абсолютно разных фирм, их у меня гораздо больше, но хочу показать вам те, которые чаще всего использую в своих работах. Эти широкие плоские кисти фирмы Малевич я чаще всего использую в работе с ватой. И для окрашивания, допустим, каких-то больших, крупных изделий или деталей. Номер 1814. Малевич синтетика. Также неплохие кисти фирмы 100 фантазий. У них более жесткая щетинка по сравнению с предыдущими, но они тоже очень хорошие в работе. Это номер 16 и 10. Для окрашивания изделий среднего размера я использую вот эти кисти. Это Малевич номер 4. И заказывала очень давно вот эту кисть вторую на AliExpress нулевочка. Но это все примерные размеры. И для росписи совсем мелких деталей я использую вот эти тонкие кисти. Покупала их в магазине Fix Price, и предназначены они для нанесения рисунка на ногти. Тоже очень удобно ими пользоваться.